семье диакона Курской церкви Сергеева и Юрия Ивановича и Елены случилась большая беда. Сегодня сгорел дом и документы на детей, а также все вещи, деньги, бытовая техника. Дом восстановлению не подлежит, так как был деревянный, обложенный кирпичом. Нужно будет строить новый. Семья большая, 12 детей. Живут скромно, трудятся в церкви. Один из сыновей проходит лечение в больнице. Сейчас их временно расселили у других многодетных семей и верной молитвы. Служитель по местной церкви Иван Михайлович одобрил и содействовал в смещении этой информации, так как церковь у них небольшая и очень нужна дополнительная помощь. Огромная просьба помочь нашим друзьям. Все реквизиты указаны в описании к этому видео и на сайте Дениса Самарина. Ссылка также в описании. Божьих благословений каждому из вас!